Ого. А ты попробуй навык-то использовать, или его нельзя. Ты сука ебаная. Что мы устроили, Данилка? Оскар, уклоняйся, не забывай. Иди быстрыми атакуй. Он выносливость не имеет. Смотри, ты видишь, быстрыми атаками бьешь, у тебя справа шкала заполняется стаминой, и ты можешь сильной атакой бить, потом больше что-то снимать. На, сука, ебана. Наверх хилка, да? О, что-то он замутил. О, это маленький гном, ебаный. Вытягу! Очи! Анчижу! Сейчас он научит какому-то приемчику, блядь. Держал. Заморозка, заморозка. Заклинание, одно единственное движение рукой заставил врага. Держал, не кашлял, блядь. Чага. Аучу. Базару ноль, все, съебись нахуй отсюда. Сейчас будем, блядь, шатать его дальше, блядь. Братан, в историю вникнуть. Слабо, говорит. Заклинание. Когда ты пиздит, ты скажи, что задержка на Да пиздел. Короче, насколько я понял, ты сначала сражался за вот этого великого бибизяна, он был большой. А этот типа его реинкарнация, понял? А. Ты должен типа вернуть былое величие того бибизяна и победить того бога. Ну, типа такого, наверное. Я не вообще не иду до сюжета. Ну, насколько я понял. Ой-ой-ой. Ну куда ты, родной? R нажми. А он же не пьет его. На R хп восстанавливаю. Бесконечно она? Нет. Пьет, останови. Вот у тебя бутылочка. Там, вот по-моему, сейчас ты можешь 3 раза молот. Уклоняться не забывай. Ого. 482 опыта дали. Еще качаться идти? Да, да. Прокачай какой-нибудь. Я бы вообще урон от базовых атак прокачал бы.